Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это устройство LG K52. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить полный сброс через настройки. Вначале открываем приложение «Настройки», а затем спускаемся вниз и выбираем пункт «Система». Затем нажимаем на кнопочку «Перезапуск и сброс» и нажимаем «Сброс настроек». Выбираем, так, листик, «Сброс настройки телефона». Подтверждаем свой пароль, удалить все, сброс. Осталось только подождать, пока телефон перезагрузится. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.